Друзья, с вами Светлана Горева. Для каждого из нас песни военных лет знакомы с детства. Это наша память о тех, кто завоевал великую победу, защитил нашу страну и весь мир от фашизма. Именно композиторам, музыкантам и певцам военных лет посвящен международный детский конкурс-фестиваль «Мои герои. Музыка победы». Я рада, что фонд Оксаны Федоровой проводит такие важные и нужные сегодня проекты. И приглашаю всех школьников проявить свои таланты и подать заявку до 25 марта на сайте detigeroi.ru. Участвуйте и побеждайте!